нужно уметь убедить на сцене, спеть так, как не споет никто. Сейчас нужно быть магом на сцене. В программе «24 вопроса» солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Марта Данусевич. Скажите, вы помните момент, когда вы поняли, что действительно это не просто так? Я всегда говорила, что спасибо, Боженька, за голос, который тебе дан, но всегда хочется чего-то большего. Среди ваших преподавателей Мария Гулегина. Это такое вдохновение, я боялась зайти в класс. Не то, что там спеть ей ноты. Вы бы смогли спеть под фонограмму? Могу вам признаться, было у меня такое в жизни. Татьяна Евгения Онегина. Но вот Татьяна для меня это одна из самых сложных партий. Артист Большого театра, это такая дорогая шуба, это хорошая машина с водителем. У меня никогда не стояло такой задачи. Шубы, бриллианты, машины, водители, это все такое наносное. Место силы, где вы можете восстановиться. А вот моя мечта – маленький-маленький домик где-нибудь далеко-далеко. Смотрите в четверг, только на нашем канале.